В образовательных учреждениях Новочебоксарска стартовали родительские собрания в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Вчера встречи прошли в Новочебоксарском кадетском лицее, 8 и 13 школах и в 5 детских садах. В указанных учреждениях беседу с родителями проводили руководители и специалисты структурных подразделений администрации, представители управления ГУЧС Новочебоксарска, а также руководители школы детских садов. Выступающие в ходе беседы ознакомили родителей со статистикой пожаров по городу, напомнили, что спички и зажигалки следует хранить недоступно для детей месте, и обратили внимание на то, что чаще всего пожары возникают в жилых помещениях из-за нарушения правил обращения с огнем и несоблюдения техники безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Родительские собрания о безопасности детей будут продолжены. Они пройдут во всех образовательных учреждениях города.